Друзья, вот это у нас дилершип Audi. И место такое оживленное. Вот напротив у нас Lexus. Мы туда тоже сегодня зайдем. Так, Светлана моя уже тут гуляет. Что скажешь? Ну, это совсем другое дело внутри. Правда? Но оно и, но это Q3, это поменьше. Нам пятерочка. А мне вот эти больше нравятся даже. И мне, наверное, просто как-то маленькие больше опилы, чем те здоровые. Они огромные внутри. Ну, пойдем глянем. Но мы видим, что есть такие совсем масипусечки, да? Они не масипусечки. То, что надо. Ты считаешь, вот это то, что надо? Так, ну идем внутрь, там посмотрим. Мы сейчас посмотрим на разные. Вообще, надо сказать, что чисто так по размеру. Она милая, да, очень милая. А у нас перевозок-то нет никаких. Зачем она такая здоровенная вообще? Огромная просто. Огромная. Но это семерка, Свет, это не пять. Это семерка. И вот это, видимо, тоже все семерочки. Да. Ну, эти большие, это правда. Такие большие нам и не нужны. А вот, может, еще чего. Пошли внутрь. Небольшой такой дилершип, так, чисто внутри. И здесь нету никаких кроссоверов и SUV. Все наружу. Пойдем посмотрим. Сейчас нам обещали кого-то прислать, кто может открыть. Ну, вот Q5, да? То есть она пятерочка. Она... примерно как мой Lexus, но, может быть, на там, судя по моему протоколу, там на несколько дюймов короче. Камера переходит к Светлане, а я буду смотреть машинку. Нам помогает девушка Сабрина. Is it open? Yes. Тесноватенько мне тут. Так, давай обустроимся, чтобы мне было тесноватенько. Так, отъехали назад. Ты знаешь что? Она производит впечатление небольшой машинки. Светочка. Она производит впечатление машинки небольшой. Держи только камеру вертикально. Ну, можно. Уже как получится. Я что же себе тут делаешь? Что тебе сказать? Значит, а что она тут? Нет, как-то не... Ты знаешь что? В ней есть некоторая кондовость. Вот двери как-то открываются. А как ее вперед подвинуть? О, слушай, это хорошо, так это нет, под это руку. Очень хорошо. Опустить-то как? Поднять я... А, вот так, я понял. Так. Нет, это она, хорошо. Почему-то она не поднимается дальше, смотри. Так, вот сюда. Нет, должно было бы... Вот должно было бы... Вот здесь надо перекрыть как-то. Но я пока этого не вижу. Так, чисто а вот... Тебе звонят поздравить. Чисто так внутри. Мишка, да. Светка. Привет. Привет, привет. Это нам... Привет. Из Израиля звонят. Да. Правильно, кто вы, может, из Израиля звонить? Да. А, Машуня, мы тебя тоже поздравляем с днем рождения. Да. Так, электроника красивая, да? Вообще здесь очень мило и симпатично. Я думаю, мы сейчас попробуем сравнить с трешкой. What is the fundamental difference besides the dimensions? What is the fundamental difference between Q5 and Q3? You do have a different engine, so it does have less horsepower. Mm-hmm. Of course, it's smaller. And the technology in the Q3 is actually... you said Q3, right? Mm-hmm. So the Q3 has a Generation 1 technology. This is Generation 2. So, for example, that screen in front there is not mm-hmm. offered on the Q3 at all. Mm-hmm. All of our Audi Presense features, so... it's down here. This mm-hmm. one here. Mm-hmm. But our Audi Presense features aren't offered on it, so a lot of the safety features are not offered on the Q3. Так, so this one doesn't друзья, have navigation. Мы теперь в Q3. Она маленькая, зараза, я сейчас двигаюсь. Окей, Q3. Окей, let me try. Оп. Ну, она, конечно, заметно меньше по размеру. А мне Жигуль наш. А, да, она маленькая. Наверное. Нет, она маленькая, конечно. Она маленькая. Оп. Нет, и здесь как-то расстояние узкое, okay. да? Ну вот эта штука прикольная, конечно.
Ты знаешь, что она небольшая. Она небольшая. Но. Она... А ты достаешь вот рукой, она уже даже, чем Мерседес. Да, я рекомендую. Она уже. То есть Мерседес шире, чем это. Мой Мерседес. Твой Мерседес пошире. Пошире, да. Нет, но она маленькая. Она маленькая, да. И ну. Я не могу сказать, что она не прикольная по-своему. Наверное, там еще и багажник толком нет. Нет, ну она совсем маленькая. Это маленькая, как-то да. Здесь вот, вот у меня в машине все-таки ощущение простора, а здесь ощущение тесноты какой-то. Ну, в общем, да. Ты знаешь, тут очень удобные контролки, очень понятные. Вот тут. Вот тут. Все очень-очень понятное и душевное. Но действительно, эта машина, вот она могла быть такой лет 10 назад. И вот как бы вот она как пришла из того времени, когда мы покупали там нашу. 8 лет назад. Ну, да. Я понял, но мы на самом деле хотим пятую. Хотя ну, по размеру она очень симпатичная внешне. Да. Нет, но она внутри маленькая. Она. Ага. Сейчас мы вот поведем вот эту ласточку. У нас будет тест-драйв. Она беленькая, с коричневым там интерьером внутри. Говорят, что продается за 52, была там чуть ли не 55. Ну, посмотрим. Это относительно груженная машина для вот этого, для этой модели. Так, видим, относительно фишек всяких. Ну что, посмотрим. So, we push the button, yes? Yes. Так, заводимся. And then your mirrors and your seat, you just go ahead and just adjust that, make sure it's comfortable for you. Mirrors. Так, зеркала. Those are on the door panel. Ага, yes, I can see it. Так, делаем зеркала поудобнее. I think for volume. Так, и тут зеркальце, вот с той стороны зеркальце. Света, можешь показать, как я им там кручу? Окей. And that one is perfect. Is your steering wheel comfortable as well? You can adjust it on the left-hand side. There's like a latch that comes down. That one. Окей. So now you can. Yeah. Мы можем руль крутить туда-сюда, вперед-назад. Вот так. Окей. Вы. На. Эл. Держится, да, все. Good, I like it that way. How to make navigation here? How to make navigation here? So it's not, nothing's touchscreen in the car. Uh-huh. It's all going to be down here. Okay. So you can go up to nav right here. It says nav. You're just going to press up on the silver one. Mm-hmm. Okay, yeah, and if you see there, there's telephone, radio, uh-huh. and media. And then to change the screen in front over there, uh-huh. it's this panel of buttons. So the arrows there on the top there. You see the arrows? Arrows. So, this is navigation screen, and what this additional screen shows. Let me show. Okay, that one is cool. It's like a cartoon type. Okay, or computer game style. You can also change your gauges with the view button on the top here, that top one there. If you want them larger. Uh-huh. Does this one has any cameras or any like? It's called like navigation package, self-parking, something. No self-parking, but camera is standard. So whenever you put it into reverse, it'll automatically come on, but you can also manually turn it on as well. So you can walk, look back, but mm-hmm. it will not park for you? No. Mm-hmm. Audi doesn't offer any type of self-parking for the US market. Mm-hmm. Okay, so should we try? Okay. And this is a little bit different. You're actually going to press this silver button here uh-huh. to change it out of the gear. Yes. You're in drive there. To go back to park, it's right here. There's a button. So to get to the parking, I just push the button. Mm-hmm. So I go to drive and then boom. It does it itself. Yes. But I can still move it, yeah? To the parking? No? No. No, there's no... The button... It's skips. Just a button. It mm-hmm. skips. Uh-huh. Okay, let's drive then. Yeah. And then your parking brake is on, so you have to turn it off. You're going to press down on the silver there, the silver button. So there is no lever? No. Okay, let's go. And it shows backward or forward, the back. Camera? There is an option for front camera, but that's part of the prestige package. Okay. But how this one's a premium plus. But how to get rid of it? Because it'll go away after 10 miles an hour. Okay. Okay, let's go. So what are the packages? So what's the difference between Prestige and that one? So Prestige is going to add the heads-up display. It's also going to add the top view camera system. Uh-huh. It's going to give you navigation standard. This one has navigation, but it's not standard. Uh-huh. It's a package on its own. And it's also going to give you the upgraded sound, a little bit bigger wheels. Так не ставь. В руке держи. Окей. And we'll turn right at the light. Ага, это трафик лайт?
Yes. Sure. Drives nicely. Она шумная. In terms of noise in the salon, so are there different modifications? Let's say more quiet, less quiet. Any differences in the level of noise? No. You can change the steering and how aggressive you want it to be when you step on the gas. You see where it says drive select? And there's like two arrows in the front. Underneath the... Here? Right there where your fingers are. You can change those. I think right now we're in comfort mode. So it's going to have the lighter steering. If you want to do like a more sportier mode, you can change it to dynamic. And it's just with the arrows up or down. Okay. But comfort is pretty much the... But you'll have to put lighter steering. It's a comfortable driving mode. Okay, so we go to the right here. Okay. Let's say, let's call it fully loaded Prestige package. So, what is the price range? So, Prestige. You can kind of add more options on the Prestige package as well, so you can get like driver assistance. We can go over all the stuff when we get back, because there's a lot of different configurations that you can go over. So, but I'm just trying to figure out the ballpark. So this one, the way this one's built, it's built 54. The Prestige can be anywhere from 50,000 to 56. It just depends on what you choose and your packages there. Any specific promotions, God knows, deals? So yeah, actually I don't know if you noticed, we had a barbecue and these are in all of our cars right now. So for the weekend, we actually have a sales event going on and you're getting savings right off the MSRP. And it's pretty much on every single one of our cars on the lot. So specifically for the weekend? Yes. It actually goes until the end of the month, so it'll end on Monday. And we're going to stay in this lane. We're going to get on the freeway. On the right-hand side in two lights. Okay. So I'm just trying to choose between this one and that one. The navigation. You can change both of the screens as well. They don't have to be together. You can have this one to radio or that one to radio. So what is the major difference between that one and this one? Like if you put, say, the address, okay, if you use it as a navigation system. So would it be like when you need to do a turn, and which one will be showing you? Is it going to show you? It's basically the same screen and it will do audio as well. So there is some sound, acoustic signal. Yes. Okay. It'll tell you turn right. And what's the reason to have two screens which are the same? So if you had a passenger that wanted to change the radio, it won't disrupt the screen in front there. We're going to turn right. Okay, right, so we go to the right. They do work independently, so usually you won't have it on both of the navigation screen there. Okay, let's see how it accelerates. And we're going to go down to either Lawrence or Wolf. Неплохо ускоряется. И дорогу держит хорошо. So Lawrence or Wolf, so I mean we exit the highway on Lawrence or Wolf, Okay. Lawrence will be the second exit, Wolf will be the third. So it doesn't have warnings, doesn't Do you see there's a black box on the end of the mirror, on the inside of the mirror there? Yes. There's a light that comes up right there, that orange light. That's your blind spot right now. Okay. So, but it makes no sounds. No sounds. Okay. Yeah, the sounds are a little distracting for other people in the car, so Audi doesn't do any type of sound for blind spot. Okay, your car makes sound. Okay. Interesting. Thank you.
так немножко мы скоростишки. 80 миль в час сейчас мы идем. Ой, блин, аккуратно, Миша. Она очень хорошо, надо сказать, очень хорошо чувствуется скорость здесь. В том смысле, что идет замечательно. Гудит немножко, да? Uh-huh. Но я думаю, что он не гудит сильнее, чем, скажем, Lexus бы сейчас гудел на 80. Здесь не громче, чем в Lexus. Мне кажется, что она шумная. Что ты скажешь? Что она шумная. Шумно? Как-то она вот здесь вот где-то гудит. Так. Может, это хитрый тут? Даже я не знаю, что сказать. Окей. So, we go to the right, yes? Sabrina, yes. When you look at kind of at the bulk of people who purchase that model, so are they likely to go with the Prestige or go with base model? So what are the people's choices? So Premium Plus is our most popular option. That's that middle trim. Uh-huh. Out of all of our cars in stock, I believe we have the most Premium Plus. Uh-huh. And the factory doesn't really produce too many Prestige packages because they tend to be a little bit more expensive and they don't sell as fast. So Premium Plus would be the most popular one. Base model you don't see too often as well, especially in this area. And what is the difference between these two packages? Just options. So we can go over them when we get back. There's kind of a lot of them. Mm-hmm. So it's easier to kind of like see it on paper. Because this one's pretty loaded up. So you're not going to get much more out of the Prestige compared to this exact model here. Okay. We're going to go left. So go left. Left? Mm-hmm. Okay. Interesting. And you can stay in this lane here. Mm-hmm. We'll turn right back onto the freeway. It's gonna loop right back on. If we want some, let's say, configuration of the features, so we can just order them and wait till it will come. Yes, we do have a lot of cars though in stock, so if you're looking for something specific, you probably have it. Okay. But if not, you can order a car. It takes about 3.5 to 4 months though. Wow. I'm going to take this next right here. 3.5 to 4 months. Oh, we still go on the freeway, okay. We are returning. Идем снова на фривей. Так. Ну что, Света, что ты скажешь? Не, ничего не скажу. О чем мне как говорить? Как это? Ты же вот не мне машина. Okay, we'll go down to Winchester. Winchester? It's the third exit. Ага. Окей. Ну что, давай я поделюсь впечатлениями. Мне нравится эта машина. Она небольшая. I'm sorry, I'm speaking in Russian to the microphone, so... Она не кажется большой. То есть у меня нет ощущения, что я какой-то гроб на колесах там тащу. Это она очень... В смысле размеров она мне очень нравится. В смысле дизайна нравится. В смысле того, как я сижу в ней, она мне нравится. У них вообще, надо сказать, на Audi очень хорошая расцветка, их там много, и они все очень красивые. Если это не черные или белые, то они берут там по 500 с лишним долларов за дополнительные какие-то цвета. Я, честно говоря, не знаю, насколько мне нравится белый, но... Ну вот не знаю. В принципе, я бы белый водил. Единственное, что я не очень аккуратный такой водитель с точки зрения помыть машину, там достаточно часто это есть такое. То есть, может быть, я приучусь. Но мне нравится белый, мне не нравится черный. Света, что ты скажешь про белый и черный? Она молчит, не хочет ничего плохого говорить, а хорошего нечего ей сказать. Вот, Света любит серебристый. Ты считаешь, что это для меня такой самый правильный цвет, металлик какой-то? Я считаю, что любой металлик, исходя из того, что она будет грязная все время, чтобы не было видно грязи слишком много. Ну хорошо. В целом, в общем и в целом, мне машинка нравится. Место для камеры есть. Я хочу сказать, что достаточно тихий салон. То есть, по сравнению с тем, как вот сейчас у меня Volvo, а сейчас у меня Lexus, я считаю, что это здесь салон тише, чем в моем нынешнем Lexus.
Так. Go to Winchester. Yeah, the next one. The next one, okay. Наверное, звонят люди, хотят с днем рождения поздравить. Ну, не судьба. So far, I like it very much. When it comes to the actual price negotiation, so how negotiable is it? So all of our cars are actually marked down right now. We're trying to make it pretty easy for consumers. Sure. I don't know if you've heard of Kelley Blue Book, but we're going off of their pricing right now. Yes. So whatever Kelley Blue Book says is what we're discounting our cars. So it's actually pretty easy for you. You don't really have to negotiate. We're already giving a discount on it. Mm-hmm. And we're going to take this next one here. Okay. Yeah, I mean, most of the people hate negotiating. Yeah, and that's what we're trying to get away from right now with our sales event. And it's pretty easy to look up what the price would be, too. There's so many websites out there. Mm-hmm. Yeah, that's a good one. Winchester, go to the right. And we're going to turn right with the exit. Another right? Yes, we'll turn right onto this street here. Okay, we're going to turn right at the next light. Mm-hmm. Ну что, конечно, машина классная. Машинка очень классная. Another right, or? Yes, it's going to be right on Stevens Creek there. RPM probably stands for rounds per minute, so обороты в минуту. Количество оборотов. Смотрите. Не до меня дошло. Okay. Right here? Yes. Okay, then we're gonna be on the right hand side after that light up there. After the traffic light? Yes. Okay. Mm-hmm. Что? Так, тормозим. Я думаю, что людям интереснее смотреть на дорогу, чем вот на мою коленку. Ну, комментарии будут какие-то с твоей стороны? Нет? Я ничего не понимаю. Ну, хорошо, давай тогда остановим запись.